И мы сейчас будем периодически этим делом пользоваться. И функционал, и вот этот фокус с заменой скоростей тоже периодически будем вспоминать. Сейчас стена, всегда запоминает. Вот, а сейчас будем решать, используя новый слайд. Попытаемся решить уравнение Больцмана в равновесном состоянии. Вот. Давайте, ну, чтобы пока особо не маяться, рассмотрим случай, когда у нас нет внешнего поля. Следовательно, сила действующая на частичке равняется нулю. Нет внешнего поля. Так. И давайте смотреть, что будет означать равновесное состояние. Так, и мы рассмотрим равновесное состояние. Так, следовательно. Равновесное состояние, однородная система. Вот. Что мы можем сказать? Какой ответ у нас для функции распределения для одночастичной должен получиться? Ну, во-первых, гарантированно она у нас функция распределения, которая, вообще говоря, вот, зависит от координаты, скорости и времени. От чего она сейчас у нас может зависеть? От такой скорости. Да. Итак, от времени она не зависит, мы просто по пределу, что такое равновесное состояние, стационарное состояние. Так как пространство однородно, то совершенно очевидно, от координат оно у нас тоже не будет зависеть. Да? Смотрим за левой частью. Попробуем
функции распределения, чтобы у вас это условие заполнялось. Логарифм берем, правда, левая сторона. Итак, мы увидим, что вот это вот условие выполнялось, совершенно очевидно, логарифм функции распределения, одно частичное, вот, у вас должен быть аддитивный инвариант столкновения. Значит, отсюда совершенно ясно, что логарифм функции распределения есть просто комбинация, элементная комбинация известных аддитивных инвариантов столкновения, именно константы импульса и кинетическая энергия. Все. Тогда мгновенно с вами пишем, что логарифм функции распределения, который у нас в равновесном состоянии зависит только от скорости, равняется в целом двигающийся из дальнейшего
То есть вот в статфизике мы редко рассматриваем такой случай. А вот в физкинетике мы дальше будем часто рассматривать такой случай. Но не газ в целом будет двигаться, а мы будем рассматривать так называемое локальное равновесие, когда ну, в некотором объемчике газа уже установилось равновесие. В целом этот объемчик, конечно, макроскопический, но в целом может двигаться относительно остального газа. Да, и для этого объемчик можно ввести, но его скорость движения как целом. Вот. Поэтому еще ее вот снова буквочка У, не путать ее вот с той У, которая относительно скорость двух частиц, вот, вот эта вот скорость ну, движения, пока движение всего газа как целого. Как сосчитать среднюю макроскопическую скорость? Скорость на функцию распределения. Скорость на функцию распределения. Чего-то не хватает еще, чего формулы не хватает еще? Коэффициент. Так, коэффициент. Какой коэффициент? Класс. Функция распределения это не, ну, мы ее так выбрали, что это невероятность, ну, не плотность вероятности распределения по скоростям, а она у нас нормирована. Ну, при интегрировании по скоростям она у нас нормирована на концентрацию частиц. А на число частиц умножить? Ну, только не умножить, разделить надо. Вот когда разделить на концентрацию частиц, она сразу станет нормирована на единичку, и это будет плотность вероятности по скоростям. То есть надо запомнить, что как плотность вероятности всегда надо брать f от v поделить на r. Так, ну и наконец последний. Вот еще важной макроскопической характеристикой совершенно очевидно является температура. Вот смотрите, вот это вот как бы отвечает. Вот аддитивные варианты столкновения, они обязательно, каждый из них отвечает некоторому закону сохранения. Да? Значит, и завсегда есть константа, отвечающая ну, вот этому закону сохранения. То есть вот, концентрация частиц, она отвечает просто константе. Непрерывностью отвечает закону сохранения числа частиц, ну или массы и так далее. Да? Вот это вот первое. Закон. Вот еще есть закон сохранения импульса. Вот совершенно очевидно, вот как бы этот макроскопический параметр, ну, вот он как бы ему отвечает. Это ну, скорость всего газа как целого. Условия равновесия тоже сохраняются. Вот. Ну и наконец последнее. Совершенно очевидно, что полная кинетическая энергия ну, будет отвечать закону сохранения энергии. Вот, значит, что нам надо еще сосчитать? Еще нам надо макроскопический параметр сосчитать ну, среднюю кинетическую энергию газа. Ну или среднюю кинетическую энергию, приходящуюся на одну частичку газа. Как более того, из закона равнораспределения вы просто знаете, какая средняя кинетическая энергия приходится на одну частичку.
На самом деле, вот эти вот три уравнения, они полностью переопределят вот эти вот константы А, Б, С через макроскопические параметры. То есть через концентрацию частиц, скорость движения газа как целого и температуру. Проделывать не буду, запишу ответ, который вы хорошо знаете, просто распределение максимума. Смысл просто подставляет. Там всегда получается гауссовый интеграл. Без проблем на входе выражаете коэффициенты через константы У и температуру. И, соответственно, довольно быстро получаете распределение массы. Вы будете это проделывать. Три вторых. Ответ очевиден. Единственное, что может не совсем для вас привычно, вот это вот появившееся здесь скорость движения газа как все. Да. Вот теперь сразу же важное изменение. На самом деле, вот, в дальнейшем мы до некоторой степени это постулируем. Дело в том, что реально интеграл столкновения обратится в ноль задолго до того, как наступит равновесие во всем газе. По той простой причине, что равновесие наступает сначала в некоторых объемчиках газа. Ну, порядка чуть-чуть побольше, чем длина свободного пробега. Чаще всего длина свободного пробега, она все-таки заметно меньше размеров сосуда с газом. В этом смысле у вас будет наблюдаться такая ситуация. У вас уже интеграл столкновения обратится в ноль. Но тем не менее, по всему сосуду с газом у вас, так сказать, равновесие еще не наступило. И между разными объемчиками порядка и чуть-чуть больше длины свободного пробега у вас на самом деле наблюдается разность как в скоростях движения, вот так и в концентрации частиц. Вот в то время как в самих этих объемчиках уже наступило полное равновесие. И на самом деле интеграл столкновения. Зависит плавным образом от координаты от времени. Поэтому, вообще говоря, в случае, здесь напишем так называемое, локальное равновесие, как бы важное отличие, вот интеграл столкновения в ноль обратится, функция распределения будет вот такая вот, максимумского типа. Но у вас вот эти вот макроскопические параметры станут плавными функциями от координат и времени. То есть функцию распределения в условиях локального равновесия мы с вами знаем.
Но вот мы не знаем, как от координаты от времени зависит наш вот этот вот макроскопический параметр, которых всего 5 штук. Концентрация частиц, 3 компоненты скорости, ну, температура. Все. В этом смысле, вот если сюда подставить m, зависящий от r и p, u, зависящий от r и p, и температура, зависящая от r и p, это на самом деле будет функция распределения в локально равновесном состоянии. Мы ее как бы знаем, вот она такая, распределение максимум для классических частиц. Ладно, теперь еще чуть-чуть. Вот. Давайте сразу же вот здесь посмотрим. Я прямо на доске это сделаю, вы отдельно напишите. Чего проведет случай у R не равняется нулю? Что бы произошло, если бы у нас вот здесь вот это вот слагаемое произойдет? Проделывать не буду. Запишу сразу же ответ, который фактически у нас от физики в равновесном состоянии с вами получаем. Мы вообще говоря, здесь уже по определению это, что необоротная ситуация.
смотрите, это нулевое, которое есть из смысла концентрации частиц в месте, где потенциал просто равен нулю. Вот это вот. Совершенно очевидно, есть просто концентрация частиц, зависящая от R. Видите, хотя равновесие во всем газе, но концентрация частиц, она в случае, если есть внешняя сила, она зависит от этого. В этом смысле, даже в полном равновесии, вот здесь может возникнуть зависимость от этого. Значит, если вы навязываете систему, держите ее неоднородной по температуре за счет чего-нибудь, там тоже в равновесии может температура зависеть от этого. Понятно. Так. Ну, вот давайте. Чуть-чуть. Раз уж я стал говорить про какое-то локальное равновесие, давайте попробуем с вами выделить характерные времена, ну и, соответственно, определить, на каких характерных расстояниях и временах мы с вами какими законами мы можем пользоваться для определения функции распределения. Вот поэтому следующий параграф. Сокращенное описание левовесной системы. Вот, в процессе эволюции системы к состоянию равновесия можно выделить несколько этапов развития системы, ну и, соответственно, способов рассмотрения данных этапов эволюции системы. Вот давайте рассмотрим, например, эволюции газа в газа в нормальных условиях, температуры, близких к комнатным, вот, давление газа близких к атмосферным, введем соответствующие характерные времена. Давайте сначала рассмотрим три характерных масштаба просто времени. Вот выберем сильно системное состояние равновесия и смотрите, как оно эволюционирует к состоянию равновесия. Ну, значит, совершенно очевидно, первое время, за которое характерно для системы, время столкновения. Время, когда частица находится под влиянием другой частицы в процессе парного столкновения. Если вы рассматриваете газ в нормальных условиях, значит, как бы, еще раз говорю, при более-менее комнатной температуре, давление 1 атмосфера, то характерное время столкновения порядка 10-12 секунд. Давайте сразу же попутно писать характерное расстояние. На каких расстояниях мы здесь усредняем систему? Так, средний радиус столкновения. Ну, вообще говоря, его легко оценить. Средняя молекулярная скорость умножить на время столкновения. Средняя молекулярная скорость, как бы определить. Квадрат средней молекулярной скорости. То есть проблема определения. Совершенно очевидно, что он меняется 30 Т поделить на МВ средняя в квадрате пополам равняется 3 КТ пополам. Второе. Это время между столкновениями, различия, или время свободного управления. Значит, соответствующая длина, это длина свободного управления, средняя молекулярная скорость умножить на время между столкновениями.
где ты нулевое, в данном случае более правильно говорить характерное расстояние. Это размер сосуда с газом поделить на среднюю молекулярную скорость. Характерное расстояние, просто размер сосуда с газом, ну или, если хотите, объем средняя 1/3. Ну вот, а теперь можем подвести этап эволюции системы. Значит, если вы хотите рассматривать систему с точностью по времени, не усредняя по времени, вот на таких временах намного меньше, или даже порядка разницы. Времени столкновения. То фактически за эти времена столкновения ну, вообще не происходит. Понятно, на самом деле все как бы, частицы в этом смысле ну, совершенно по-разному себя ведут, они никак между собой не связаны. А в этом случае состояние системы полностью определяется положением и импульсом каждой конкретной частицы. И вообще говоря, для задания такой системы необходимо задавать полную прям частичную функцию распределения. Вот так специально обозначим. Ее, что все большие частицы надо рассматривать вот, и как бы рассматривать функцию распределения как функцию координаты импульсов всех большой частиц. И, соответственно, решать уравнение Дубинина. О каком уравнении Больцмана в данном случае речи не идет. Так, уравнение Дубинина необходимо решать. Скобки по особам нашего. Неинтересно случай, может быть, в одно расстояние напишу. Так, характерное расстояние, которое мы интересуемся, как бы их обозначить. Много меньше, либо порядка. Разница столкновения. Ничего про систему здесь, скорее всего, сказать не можем. Да и как бы и решать без смысла. То есть с такой точностью ничего определить не можем. Нет практических подходов разумных. Второе. Значит, давайте. Второй этап. Эволюции Т намного меньше времени нервных столкновений, намного больше самого времени столкновений. На самом деле прошло уже довольно много. Столкновений. Здесь я не написал. Там, порядка. Теперь порядка. Я не отвечаю. Поэтому такой случай в газе достаточно часто встречается. Ну и, соответственно, характерное расстояние. Да. У нас немного меньше длины стеклонного пробега, намного больше радиуса. Мы достаточно часто можем интересоваться такими характерными расстояниями. Значит, на самом деле данный этап называется кинетический.
Произошло много столкновений, состояние всех частиц более-менее одинаково. В этом случае, на самом деле, вы можете сказать, что все будет определяться одночастичными функциями распределения, определяемыми уравнением Больцмана. А всякие многочастичные функции распределения, они будут являться просто некоторыми функционалами от одночастичной функции распределения. И зависеть от времени они будут тоже только через зависимость одночастичной функции распределения от времени. В этом смысле, если знаете одночастичную функцию распределения или уравнение Больцмана, то вы знаете все про систему. Не надо просто напрямую решать уравнение Больцмана. Наиболее вероятно, за исключением легких поправок, вот когда у вас порядка там, да, локально равновесном случае, его просто впрямую надо решать на машине в этом случае, и никаких других вариантов особо нет. То есть вот когда вот здесь намного меньше, то надо на машине решать и в других вариантах. Ну и наконец третий случай, где можно действительно поработать теоретически. Вот. Третий случай, естественно, там у вас много меньше. Когда у вас t больше либо порядка
функцию распределения вы просто знаете. Максвеллская функция распределения на самом... Ну, либо в случае квантовых газов это распределение Бозе и Ферми. Вот. В равновесном случае статфизика, по крайней мере, общие формулы записаны для всего, в том или ином случае вы можете практически все сосчитать, по крайней мере, компактные выражения записать, а там можно довести до числа, это зависит от того, как повесить. Итак, с этапом эволюции на этом все, поэтому мы в основном будем заниматься, конечно, вот этим этапом, 23-м. Ну, либо вот этим вот этапом, когда вот здесь порядка Таунуса. То есть легкие поправки вот на этих вот там. Ну, давайте посмотрим. Мало остается. Рассмотрим еще наш теорему Больцмана. Несколько занятий будет по где взять. Сейчас несколько занятий будет. Можно просто взять из статфизики Садовского, где есть приложение, на самом деле сейчас оно в лекциях и у вас в книжках С, которое называется кинетические уравнения. Так. Вот смотрите, здесь вот мы с вами показали, что вот это вот является поведение, вот такое вот поведение функции распределения равновеса является достаточным, чтобы он просто мгновенно находился на. Сейчас мы с вами покажем, что он на самом деле оно является не только достаточным, но и необходимым. И более того, мы с вами убедимся, что устойчивым состоянием для системы является состояние равновесия и выполняется закон возрастания энтропии. Если вы пользуетесь уравнением Больцмана, то есть уравнение Больцмана, оно напрямую приводит к закону возрастания энтропии. Вот. Почему я говорю про теорему? Да по той простой причине, что Больцман доказывал убывание некоторой величины H, которая была просто со знаком минуса. Поэтому по историческим причинам это называется H-теоремой Больцмана. Давайте, что будет происходить с Больцмановской энтропией.
функция, да? Понятно? Ну или импульс. Значит, давайте импульс прямо сейчас. Вот смотрите, вообще-то координата зависит, временный импульс зависит от времени. Ну и есть явная зависимость от времени. Но смотрите, по интегралам мы интегрируем по импульсу и по координате. Поэтому дифференцировать по времени, от которого по времени, по зависимости от времени координат импульса нет никакого смысла. Потому что мы тогда просто переопределим интеграл. Ну, переопределим переменную интегрируем. Правильно? И сам интеграл-то, конечно, не изменится, ну, если это легкое смещение по времени. Значит, на самом деле дифференцировать надо, несмотря на то, что вот это полное производное поведение. Дифференцировать надо тот интеграл уже только по явной зависимости от времени. Поэтому вот здесь дальше у меня будет стоять уже дифференцирование по явной зависимости от времени. Минус. В. Д.
А именно давайте попробуем. Попробуем вот в обратную сторону равенства вот такого программы. А именно давайте попробуем логарифм вот этот загнать в производное. Вот здесь вот, смотрите, вот от такого произведения расписали производное по времени. А здесь попробуем под производную под координату загнать логарифм. Ну, то есть вот в обратную сторону вот этого правила произвести.
получает импульс 1, а импульс второй частички – импульс 2. Значит, в отличие от того, как мы перед этим обозначали P и P1. Ну, соответственно, штрихованные после процесса столкновения будут штрихованные P1 и P2. Здесь будет P1. Еще, в принципе, надо много объема например, расписать. Мы можем и его расписать, не важно. Но главное знак. Давайте еще добавим. Все. Вот теперь будем следить только за интегралами по импульсу. Получили на самом деле вот тот самый функционал тета от фи. Вот смотрите, вот это интеграл столкновения, вот это интеграл по импульсу, вот. Тот, который стоит в интеграле столкновения. Здесь, правда, есть еще объемный интеграл, он нам не важен, и потом он будет делать. Пока только интеграл по импульсу. Вот под интегралом по объему у вас стоит не что иное, как тот функционал от фи, которым мы интересовались. Причем роль буквочки фи у нас приняла логарифм функции распределения, совершенно очевидно. Проделываем над ним тот самый фокус, который мы проделывали над нашим функционалом тета от фи. А именно в нем производим замены переменных P1, меняем на P2, ну и в штрихованных точно так же. Ну, либо две другие замены, которые приведут к тому, что у нас скобочка поменяет знак. В результате, естественно, мы получим то, что мы с вами уже получали. А именно мы получим. Равняется. Минус 1/4. Так, да, я вижу, я вижу, я вижу.
и мозг говорит вам так. Вот я их так объединяю. Все. На самом деле теперь совершенно точно можно показать, что вот эта вот штука у нас завсегда больше. Потому что под интегралом у нас завсегда получится отрицательное величие. Давайте это и покажем. Завсегда, за исключением одного случая, когда вот у вас вот эта квадратная скобочка обратится в ноль. Но при этом и вот эта квадратная скобочка обратится в ноль. Давайте это покажем. Без проблем это показать. Итак, не нравится, которым мы уже пользовались с вами, логарифм х меньше или равняется х минус 1. По той простой причине, что х минус 1 это касательный к логарифму х в точке 1, 0. Давайте перестает зависеть
от времени у нас, только когда выполняются условия, вот такое вот. А мы убеждали, что если мы требуем, чтобы у нас логарифм совпадали, то тогда мгновенно мы получаем равновесную функцию. Мы ее, собственно говоря, из этого условия можем. Значит, смотрите, что мы с вами получили. Ну, во-первых, мы получили, что энтропия у нас в процессе эволюции возрастает. Не возрастает, но она только вращается в норм произвольно, только когда у нас вот этот логарифм. А равенство двух логарифмов этих у нас автоматически привело, что функция распределения стала максимумом, то есть равновесно. Итак, на самом деле мы с вами получили, что, ну, во-первых, устойчиво именно равновесное состояние, то есть система будет стремиться к равновесному состоянию. Во-вторых, мы с вами получили, что если энтропия перестала возрастать, система находится в равновесном состоянии в том плане, что функция распределения у нас обязательно в физическом случае максимумится. Ну, наконец, последнее, что мы с вами показали, что вообще говоря, вот, значит, действительно, вот как бы в равновесном состоянии с необходимостью у нас вот эта вот скобочка тоже обращается в ум. То есть там мы доказывали только достаточно, а здесь на самом деле мы показали, что это является необходимым условием, чтобы материал столкновения обратиться в общем. Насчет закона возрастания энтропии мы с вами все показали. Видим, что из уравнения Больцмана, или Больцмана, у нас нормально появляется закон возрастания. Сегодня закончено. В следующий раз я, с вашего позволения, так как там будут большие технические, как бы, ну, с вами еще раз на каждом уравнении Больцмана используем Богорёва. А потом начнем заниматься выводом квантовых уравнений Больцмана, так как там материал достаточно громоздкий, и, собственно говоря, никаких этих выводов вам наизусть не надо знать, а надо знать так, примерно, что выводы есть и как они примерно делаются. Значит, нам надо эту часть как бы достаточно быстро пробежать, вы просто должны ознакомиться, что выводы есть и как они примерно делаются, из каких основных положений. Познакомиться с тем, что есть цепочки уравнений Боголюбова в классическом случае, что такое цепочки Боголюбова в квантовом случае. Вот, к тому же, естественно, кинетические уравнения в квантовом случае вам, как теоретикам, встретится просто с гораздо большей вероятностью, чем классическое уравнение Боголюбова. Поэтому познакомиться надо. А в конце я просто напишу на доске, как мнемонически писать квантовые интегралы столкновения, не проделывая этих страшных и ужасных вычислений. Что все делают, собственно говоря, вы почти в литературе не найдете вывод интегралов столкновения, просто сам так пишут. И вот так вот внятно найти, как это просто делается, практически просто нет. Вот это очень долго надо искать. Вот. В то время как мнемонические правила, они очень просты. Поэтому придется немножко потерпеть, будет достаточно громоздкий и нудный материал. И я его буду рассказывать с понятным. Уж писать вам на доске, как вы увидите сами, это совершенно невозможно. Тем более с моим корявым почерком. Все, буду